Хай всем, пацаны, с вами снова я, Зазепа. И сегодня будем кататься на китайских танках. Будем кататься сегодня на ТВ-59, ВЗ-111 и 112. Вот, запускаем нашу игру. Да, я уже успел поиграть. Тройной опыт снял сегодня. Но решил записать, чтобы канал не простаивал и чтобы вам было интересно. Вот. К сожалению, друг мой не успел прийти, не смог. Ну, и так хорошо, да? LifeVox. Так, извиняюсь, походу я не вырубил ВКонтакте. Мне там пишут. Так, нормально пока отсчетик. Так, 10. 9. Ой, хорош. Поехали сразу налево. Так, кто у нас слева может быть? Борщик стопудово там будет. Ну, либо в квадрате D3. Ладно, посмотрим. А может просто эстехи там будут. Пару штук. Так, 44 уже там. Из 6, из 3. Так, пантерка, не подрезай меня. Ну что, смотрим, надеемся. Так, вообще лучше мне заехать там, где Кромвель. Поближе, вот, чтобы вот эти кустики как-нибудь посмотреть, подсветить. У меня же вроде лампочка здесь есть. Так, надеюсь, сейчас пиздюлину не получим. Так, извиняюсь за мой французский. Сегодня день такой, на нервах. Так, никто не светится. Мы не светимся тоже. Так, Т-21 пошел. Сейчас засветит нас. Ёлы-палы, куда снаряд полетел? О, как-то. Вокты моды есть. В М40 есть моды. Значит, будут лупить сюда. Отлично. Так, хилкат. Ну, это было вообще, это было даже что-то непонятное. Снаряд вроде как летел, 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 летел. И как-то, походу, не долетел. Да ёлы-палы, что такое? А поближе подъехать. Какой-то мне сейчас десинхрон с мышкой был. Вроде нажимал стрелять. Ладно, может, это и моя ошибка была. Не важно. Так, главное сейчас вот этого попасть. Ого. Прям под передний каточек влетело. Дайте я уже доберу, чтобы ты не мучился. Так, надо до Кромвеля и Т-34-2 спасать. Хотя они там шотные. Чё их там спасать? Давай пантерка вдарим по ним. Ты ж не боишься 43-ку? Чё, камикадзе? Жалко, мы китайцы, а не японцы. Так, как-то уже по нам лупит. Так, ну, одна разрядилась. Вторая, не знаю, может, там сзади. Может, показалось. Так, надеюсь, пантерка сейчас со мной поедет. Потому что есть такое ощущение, что там сейчас боксик будет стоять. Какой-нибудь.
там, где ИС-3, либо здесь на базе. Так, никто не светится. Ну, ах-то, походу, на низинке. А, не. Сейчас только поехала туда. Ну, ладно, пофиг, что ты, выкурим ее, да? Так, где второй? Признавайтесь. Так, из третьей тоже свалился в низину. Ой, под плюху на борща лезу. Так, мне ж вроде не светит. Недолет. Ладно, неважно. О, борщецкий. И офигеть, и в труп. Су 152 красава, фугасом его прям вздернуло. Надо подъезжать. Конечно же, рикошет. Это вообще не попал даже. Так, и сок. Не пробил. Был пацан. И нет пацана. Давай, Ахта. Ой, лох. Ну, акцию выполнил. Я не знаю, 5 фрагов. Ну, какую акцию? Вернее, медальку. Последним снарядом. По идее, того добил последним снарядом и этим. Здесь медальку дадут или нет? Или все надо боекомплект расстрелять? Ну-ка, сейчас посмотрим. Так. Выбрать следующую. Приступить. Отлично. Ой, так, медальки дали. Нет, только 35 штук. Ну ладно. Походу, надо было весь боекомплект расстрелять. Поехали, 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 не знаю. На 112-м. Раз уж китайцы, то пускай китайцы будут, да? На китайцах надо поразнообразнее как-то. Тем более подфармить надо. Может, потом на PZ2 Jet расстреляю. Но зато статка будет хорошая. Да и так просто серебришка нужно. Так, у них батчат. И тигр второй. Что здесь бачат делает в топе? О, пошло, пристрел. Так, вроде у меня декали стоят, что-то не отображается. Ай, ладно, не люблю этих красивостей. Я, главное, производительность. Тем более, надо докупиться оперативки. Ну, тогда можно будет уже и подкрутить какие-то эффекты. Так, снести это нафиг. Так, потом у нас решил налево поехать, прямо под ПТ. Он просто, мне кажется, что он там будет, 704-ка стоять. Ну, он такой днищенский, этот 704-й. Но моды используют, моды используют. Интересно, оранжевые, оранжевые. Это походу, ну то есть как, у кого моды есть, они просто серые, а кто еще ХВМ использует, они подсвечены оранжевым, да? Я так думаю. То есть он видит статку, не просто моды.
Посмотрим, посмотрим. Нашим лучше, да? Надеюсь, 704-ка не здесь. Хотя, кто знает. Так наши рашат там слева. Так, пока никого не видать. Потому что это наш несется, это плохо. На тебе плюху. Получи и распишись. Не, 704-ка тут. А! Жалко. Сейчас нас контролить будут. Так, ПТРО, я не понял. Что это такое? Что тут за 416-й катается? Еще и ФВ кинуло. Так эта хрень вроде не простреливается. Так, займем это положение. А, блядь. Он как тебе поехал. ЛБЗшник. Короче. Я не знаю, что из этого получится. Я думал, нас обойти хочет сначала. Все, что, фугасами, что ли, стреляет? Да, надо было мне с собой окту прикрыть. Ой, надеюсь, что-нибудь тебе сломал. Ну, давай, Першик, он твой. Сейчас надо Лёвика прикрыть. О, да. Где этот огрызок? Так, Лёвик, давай, ловим его. Давай, 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 отлично. Отлично, отлично, отлично. Можно даже на ББхе. Не проби... Ох ты, нифига себе. Так, ну сейчас под дуло лезть не буду. А, что я делаю? Ладно, нормально прикрыл. Хорошо. Хай там стоит, думает, пока мы здесь этих раскатаем. Одни топовые тигры. Хотя не 408. Так, еще Блэк Принца надо наказать. За плохое поведение. Что запалил нас? А, гусеницу сбили. Сейчас сзади зайти. Ну ёлы-палы, ну что такое? Так, срочно назад поджаться, а то сейчас обойдут.
Хотя бы тебя добью, если успею. Не, не успею. Не знаю, что сказать по поводу этого боя. Но посливались наши. Голдой много стрелял. Что у нас там? Доход 44 тысячи. Так. Ну да, на первом месте. Ладно, нормально. Поехали тогда на ВЗ-111. Так, вернемся до экипажек. Так, ну погнали. Да, на нем мне статку поднять. То 47% на подарочном танчике. Как-то не камильфо. Ну, блин, у них статюди. 56, 52. 1027 КПД. А мне побольше, а. Да у нас тоже как-то не особо много. Ладно, на Левика и Т-34 вырезать. Причем срочно. Ебать, чувак, за 25 тысяч боев 46% побед на КВ-5. Дает, конечно же. Давайте для красивого боя уже голду заряжу. Не знаю. Не знаю, не знаю, не знаю. Они могут и здесь пойти. А могут с леса. У нас ПТ много. Куда им в лес лезть? Значит, здесь пойдут. Так, надо чуть дальше подъехать. А то арта находит. Ой, светляк, светляк, лучше бы ты уже поехал квадрата 3 подсветить. А, и в гусеницу. Голдовым-то снарядом, а? Не жалко ли? Это же голдовый снаряд. Давай, светляк, лети. Мы тебя ждем. Ой, хорош, подпалил. С одной плюхи ушел. Куда ты 29 полез, непонятно. Ну, видать, жить, наверное, надоело. Вот и полез. Так, вот и статист наш. Еще 3/4 здесь лазит. Ой. Так, ваза давай. Ну ёлы-палы, ну куда снаряд прилетел? А, кто там? Было бы круто, если бы его сейчас по трассам как-то вычислить. Было бы вообще незаменяемо. Ну, постоим, подождем. Что нам лезть? Хай сами едут. Эти ёлка еще поехала слиться. Могла пару плюх хороших дать. У нее ж пушка мощная. Ну чё, ребятушки, козлятушки. Походу и одни остались. Аж посливались. И 6 где-то слился там. Непонятно где. То есть почему по тигу П никто не стреляет? То есть, ну, арта почему не стреляет по нему? На меня, наверное, сводится все это время. У него моды есть. Ух ты. Да, у него есть ХВМ. Вот о чем я. Ладно, пока она разрядилась, можно одну плюху дать. Съебнуть отсюда потом по-быстрому. Нюкась. И сок. Блять, пушка не опускается, хреновая. Конечно, блять. С левой стороны. Куда ты там в своей башне лезешь?
обожаю октобиберов. Скажем дружно, нафиг нужно. Блять, и не пробил. Охуенно. Ладно, за плем больше дают. Нет, тут по-любому надо взводом катать. Взводом, взводом и никак иначе. Давайте лучше этот бой закончим. Сразу пойдем на моего любимого китайца, типа 50. И, собственно, дому, кто здесь главный. Ни капли совести. Ну-ка, покажите мне статистов. ИС-6. ЭХМ. Ахта, блин. Штурм Эмиль и М-44. Блин, у нас тоже есть. А можно как-то побыстрее загружаться? Ага, спасибо. Что-то он сегодня долго. За ним прусь. Было прямо ехать вот так вот. Засмотрелся на Т-3-4-3. Так, посмотрим, кто у нас здесь. Наверное, Т-44 будет. Кто еще? 3485. Охуенно. На тебе в гусеницу. Ну, конечно, давай пробей меня еще. На тебе, с автоприцела. Вот это там прилетел чемодан, было не очень приятно, когда он прилетел. Так. И сок. Почему вы сок четверку еще не добили? Ясно, понятно. Не пробито. Вот все меня пытается выцепить. Ну давайте, кто-нибудь светите мне. Тиакс. Ай, думал, сейчас боком довернет. Тут вообще даже не долетело. Даже близко. Давай же, Хелкатик, свети мне. Этого не видно.
А кто это у нас там стоит? Кто-то такая артиллерия у нас маленькая. Клоп добил. Ладно. Как поэтично вышло. Клопа прихлопнула арта. Опа, 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 опа. Красавчики. Ха, меня вафля отрикошетила. Нормальный ход. Попал опять по этому першингу. Ему сегодня как-то везет. А, поджаться к хилкоту. Ой, борщец отхватывает. Ой, хорошо. Не, ну нормально вообще, да? Только нажимаю стрелять, бам, плюха, и сразу переключает меня на 3-4-3. Ну, главная победа. Я как-то слишком смело я на него вылез. Какая, черт возьми, уже разница? Так, ну куда ты сводишься? Подожмись к нему и в этот, в тубусы ему стреляй, короче, на башне. Боже, что он делает? Ну, хоть так. Ничего, еще научится. Угу. На тебе. На 500. Хэппи Мэдисон. Банка слив. Скрытая деревня. Победа. Ну, хоть и не в большом, но плюсе мы оказались. Так что, спасибо, что смотрели. С вами был Зазепа. Подписываемся, ставим лайки. Всего хорошего и пока.